Оксан, нашла тебя на берегу. Скажи мне, почему ты сбежала от этой толпы гостей? Вечеринка просто крутейшая. Спасибо большое, огромное. Мне самой нравится, я даже не ожидала, что так получится. Подышать свежим воздухом и чуть-чуть отойти от музыки. Ведущий, конечно, молодец. Оксан, откуда все это? Откуда все эти гости? Скажи мне, откуда эти женихи? Сегодня на Будванской ривьере, казалось бы, уже не сезон. У нас, мы давали рекламу на телевидении, давали рекламу на радио, но люди сами звонят на Пизану, сами звонят на мой личный телефон и просят. Оксан, вопрос как блондинка блондинки. Зачем столько конкуренток? Зачем эти длинноногие блондинки? А если бы не было конкуренции, не так было бы интересно. Согласна. Это была Пизана Хэллоуин.